Так, первый способ был плиткорезом, отрезаем. Сейчас второй способ. Мы отрежем это болгаркой или, как она называется, ушеем. Шлифовальная машинка. Да, все называют ее болгаркой. Да, болгарка. Это все понимают. У нас. Значит, вот у нас появится такая машинка с алмазным диском. Ну, этот алмазный диск достаточно хороший, куплен был за 1600 рублей, но может подойти и более дешевый, просто его хватит на меньшее количество резов. Этот уже профессиональный диск. Вот, как видно, им уже много попилили, но он еще режет как новый. Так, значит, туда и туда. Снимаю. Значит, этот вариант очень пыльный, мы таким вариантом практически не пользуемся. В основном мы им пользуемся, чтобы вырезать, допустим, вот такой вот угол на плитке, сюда сними, да, то если нам нужно вырезать такой угол, то мы прорезаем болгаркой вот этот рез, боковой, остальное дорезаем на плиткорезе. Да, но сейчас мы ее распилим. Речь идет о том, как отпилить. Слушай, я сделаю именно такой рез. Ты же не будешь вдоль всю эту плитку фигачить. А я хотел. Мы же показали, как мы отрезаем на плиткорезе, а сейчас мы вдоль ее всю фиганем. Fucking shit, будет столько пыли. Ну давай, ладно. Давай. Начни снимать, потом мы это опустим. Давай. Нет! Людей интересует это, сколько это времени займет. Да? Конечно. Ну тогда тем более. Лайв-шоу, давайте, ладно, глотать пыль. Да. Погнали, что? Погнали. В общем, задержите дыхание или респираторы. Так, давай быстро покажи качество реза и всего прочего. Ну, рез. Тут у нас небольшая зацепка осталась. Вот. Но даже более-менее получился. Но он, как видно, он далеко не идеальный. Очень сложно отпилить ровно. Слушай, у меня пыль скрипит уже на зубах. Пойдем отсюда. Да. Все, сняли. Все. Всем спасибо.